Не буду лукавить. 2020 «Моя страна» — это классический представитель жанра градостроительной стратегии со всеми обязательными атрибутами — простыми квестами, неспешным сюжетом и легкой экономикой. Но есть и уникальные черты, которые выделяют игру среди серой массы. Первое основное отличие в акценте на профессиях. То есть, если ваше задание организовать почтовую службу в городке, нужно не просто возвести строение почты, но и нанять служащего. А для этого сотрудника нужно снабдить необходимым инвентарем. Заработок денег в моей стране разнообразен. Вы вкладываете какую-то сумму в тот или иной бизнес и через некоторое время получаете прибыль и опыт. За выполнение заданий тоже полагается награда. Ну и чем более развитый у вас мегаполис, тем больше он требует внимания и заботы, но и приносит денег. Интерфейс снабдили множеством кнопок, но разобраться в них несложно. Есть меню строительства и перемещения готовых объектов, список всех работников страны и необходимого для них инвентаря, склад, достижения. А еще происшествия – это вторая фишка игры. Как только вам удастся развить город до определенного уровня, то придется столкнуться с самыми разными катаклизмами и неприятностями. Как то устранение аварии, поимка вора или отключение разрушающего городок робота. Есть где развернуться. Вечная нехватка валюты – это единственное, что снижает скорость развития городка. Но проблему можно решить внутриигровыми покупками. К счастью, они не обязательны. Сама игра, кстати, бесплатна. 2020 «Моя страна» – добротный представитель жанра. Любителям неспешной постройки маленьких мирков обязательно понравится. За лайк, репост и подписку на канал большое спасибо, как и за то, что смотрите наше видео. Пока!